Только что стало известно о телефонном разговоре президента России с премьер-министром Израиля. Владимир Путин обсудил с Бениамином Нетаньяху проблематику сирийского кризиса, сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер заявил о безальтернативности запуска межсирийских переговоров под эгидой ООН и продолжения борьбы с ИГИЛ и другими экстремистскими группировками, действующими в Сирии. В ходе телефонного разговора условлено поддерживать активный диалог на различных уровнях, в том числе в целях дальнейшей координации действий на антитеррористическом направлении, говорится в сообщении пресс-службы президента России.